Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной джем. Спасибо, что вы пришли. На самом деле, мне Арай позвонил, сказал, что Саш, можешь провести. Я очень волнуюсь, потому что я просто приходил здесь как специальный гость участвовал. Поэтому я прошу всех помочь нам. Замечательные музыканты. Мы будем всех приглашать, и вы прям приходите к нам сюда и принимайте активное участие, не стесняйтесь, сегодня сцена открыта. Антон Румянцев сегодня представит секцию саксофонов. И мы попробуем разыграться и, так сказать, задать тон. Композиция группы Litius называется Back Out. Thank you.
Ну, мы тут общими усилиями вспоминаем. Антон Румянцев. Для вас сегодня играют Руслан Спага, гитара, Сергей Гейер, бас-гитара, Александр Куйков, ударный, Павел Егоров. Я тут параллельно сейчас знакомлюсь только с людьми. Вот, да. Узнаю имя и фамилию. И мы продолжаем. Антон предлагает что-нибудь известное. А может быть, кто-нибудь спеть хочет уже? Антон. А мы хотим вот Марьяну позвать с нами спеть. Марьяна Савон. Thank you.
Марьяна. Спасибо большое. Вы хотите, чтобы она еще спела? Она остается, она остается. Спасибо. Спасибо большое. Марьяна.
гостях музыкант из Нью-Йорка, его зовут Дэнни Кин. Дэнни Кин, рояль.
Мы только познакомились. Даниэль Пичито, бас. И Марк Юсин продолжает эстафету. Я не стал ждать, пока меня позовут, и просто решил выйти и начать... просто начать. Даже не знаю пока что. Может быть, споем Джона Ледженда? Да, именно ее. Потому что сегодня замечательный вечер. Погода отстой, но всем хочется любви. Я думаю, что сейчас мы немножечко согреемся с прекрасной романтической музыкой. И всем влюбленным парам посвящается эта песня. Но кто еще не нашел свою половинку, ищите скорее. Потому что скоро зима, и надо греться.
quarantine. Maybe your neighbor's like a spy, it's true. But well, keep it warm when you go, where you go. Ксюша, Ксения Коломбатская. Ксения Коломбатская, let's go on the stage. Специальное приспособление, которое надо вот сейчас надо установить, без него не получится. Приспособление для, называется фирма K&M и iPod, iPad. Очень, кстати, хороший. iPad, компания Apple. Нам отчисляют специально средства, переводят все. За рекламу. Марк сейчас говорит, классная штука какая. Друзья, на самом деле, давайте возрадуемся тому, что мы живем в прекрасное время, когда можно iPad к стойке прикрутить и слова посмотреть. Ура 21 веку! Thank you.
человек Руслан Смагров. Ксения Коломбаская. Спасибо. И мы приглашаем новых, вернее, уже не новых, Маша. И присоединяется Артём Кусточкин. Thank you.
Друзья, мы сейчас будем петь песни, потому что их нельзя сегодня не петь. С нами потрясающий музыкант из Нью-Йорка, Дэнни, за роялем уже. Друзья, make some noise for Danny one more time. And we will start with Herbie Hancock's song and John Mayer. It's called Stitched Up. Let's go. Exactly how you hear it is exactly how it all wound down. It was that and the ending, but the facts and the fingers got turned around. Стоп, из iPad'а больше не можешь петь уже, да? Привычка. The thunder was a mountain. Yes, she didn't dance, now it. And I can't be sure exactly, but I swear I shouldn't say my name. It's the right time. She was the real thing. I have to walk away. She don't wanna be a teacher out of my mountain. A song now that I may have done. I trapped in the counter then because I'm locked down. Замесло, да? И что дальше будешь делать, Сюшенька?
еще раз давайте поаплодируем Дэнни из Нью-Йорка. Каждый желание спешивает тебя. I want to do a little bit of this. Key D minor. Can we do this? Thank you.
saxophone, man, you are killing me. I love you. You gave me this feeling, baby. It's real inside. Made me feel good and feel nice and feel love. I gave it paradise. So, thank you so much. My name is Dan King. Have a great night. This band is terrific, are they not? God bless you all. Have a great night. Дорогие друзья, мы приглашаем Тимура. Это не Тимур. Паша. Павел Егоров занимает исходную позицию за нашими клавишами. Песня Билли Престона. А, Тимур. Где Тимур? Может он выйти? К нам подошел парень, изъявил желание и исчез. Он сказал, я сейчас приду и... Тимур! С него выходит Марк. Марк Ньютин. Сонечка, welcome. Друзья, я хочу представить вам свою младшую сестру. Она тоже занимается джазовым вокалом, поет, певица начинающая. Давайте ее поаплодируем. Соня Ньютин. Мы будем петь для вас песню Джилл Скотт. Называется она Golden, что в переводе золото. Поэтому, наверное, стоит пожелать вам всем золота, бриллиантов побольше. И... I'm not afraid of the dark.
Танюсе. Дорогие друзья, у нас просится спеть с нами девушка, ее зовут Фелиция. Вот уже подходит ко мне уже, наверное, Фелиция. Я... Она мне сказала свою фамилию уже несколько раз, я не могу. Фелиция Кейчер. Она споет Lullaby Girl. Она поет джазовые стандарты. Thank you.
Felice Catcher. Руслан уступает место нашему новому гитаристу, его зовут Сергей Расторгуев. Все, кто знает композицию «Релакс», приглашаются на сцену. Есть такие еще в зале? We'll be right back.
Сергей Расторгуев, гитара. Происходят перестановки и извинения. Мы хотели сыграть уже последнюю, заключительную. Подошла к нам девушка, ее зовут Кристина Захарова. И она споет. И все единодушно согласились спеть джазовую композицию. Она сейчас скажет, как она называется. Do
good looking. So much little baby, don't you cry. Специальный гость, участник проекта «Голос», его показывали по Первому каналу вместе с Марком. Марк тоже, Марк Юсин еще здесь и уже уехал. Его зовут Сослан Колумбеков. Ребят сейчас не знают, на самом деле, что будет петься, но вот сейчас вот это решится. Вот вы, кто остался, тот это услышит. Мы с Сосланом играем в латиноамериканской группе «Acoustic Magic». Мы играем латиноамериканскую музыку, сальса, самбо. Можно танцевать. Не упустите свой шанс. Сейчас будет танцевальная песня. А, медленная, ну, под медленную что можно танцевать? Итак, дорогие друзья, кавалеры принимают свои объятия красивых, замечательных своих девушек и танцуют. Семь раз. Thank you.
Humo de tabaco. Humo de tabaco. Que de fumar yo no me pongo flaco. Humo de tabaco. Seguro que la gente a mi Cuba fuma tabaco. Humo de tabaco. Humo de tabaco. Humo de tabaco. Que de fumar yo no me pongo flaco. Humo de tabaco. Seguro que la gente a mi Cuba fuma tabaco. Fuma tabaco. Fuma tabaco. Fuma tabaco. Humo de tabaco. Humo de tabaco. Заслав, спасибо большое. Заслав Голубеков. Дорогие друзья, я представлю наших музыкантов, которые для вас играют. Сергей Гейр, бас-гитара. Руслан Смага, гитара. Павел Егоров, клавишные, Родос Рояль. Александр Кульков, ударные. Александр Мегаполый, саксофон. И наши все специальные гости. Спасибо вам, мы ждем вас в следующее воскресенье. Приходите, будет Коля Моисеенко и его группа. До новых встреч!